Вторая наша презентация «Холм в холске». Дом – это одна из наиболее стремительно растущих систем здравоохранения, сказал Дерек Абрау. Сейчас мы смотрим, почему. Значит, по статистике, в Америке каждый день около 10 тысяч человек переваливают за возраст 65 лет. И 8 миллионов людей в год переходят черту 60 лет. По прогнозам, к 2030 году каждый год таких людей будет прибавляться, разумеется, больше 23 миллиона. Если посмотреть прогноз график, это количество людей возрастом свыше 60 лет, то есть прогноз, сколько в какой стране их будет. То есть количество довольно таки большое. Сколько тратится денег у нас на уход за людьми в возрасте? 14 тысяч в год это на социальные выплаты.